Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех зрителей нашего прямого эфира! Всех зрителей и здесь, и на площадке, и в концертном зале. Надеемся, что связь нас не подводит, и нас сейчас все видят и слышат. Сегодня честь открыть одно из самых ярких событий нашего университета. И первыми встретить его главных героев. Выпало нам, первокурсникам, с вами Полина Хролл и Никита Миронович. До начала торжества остается несколько минут. Волнение нарастает. А у нас есть возможность познакомиться поближе с участниками праздничной церемонии. Полина, ты видела раньше, как это происходит? Нет. Я знаю, кто может поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Правильно. Победители нашей премии прошлого, 2021 года. По традиции открывают шествие лауреаты специальной премии «Крыница ведов». Встречайте! Преподаватель года Татьяна Михайловна Гордеёнок. Лучший специалист Полина Александровна Косаревская. Молодой ученый года Екатерина Юрьевна Афанасьева. Студент года Даниил Сыцевич. Лучшую группу 18-3 представляет Андрей Кисель. События 21 года представляет Артем Михайлович Подгол. Талант года хоровая студия Инвента. Представитель Алина Клиненкова. Вот они, лучшие из лучших, чьи имена по праву уже вписаны в историю нашего университета. И у нас есть пара вопросов к нашим прошлым победителям. Скажите, пожалуйста, что больше всего вам запомнилось с прошлой церемонии? Победа в этой номинации «Студент года». Спасибо. Скажите, как выглядит «Крыница ведов»? Да прекрасно. Скажите, а на что вы потратили победную премию? Подготовление от нервного. Скажите, ваши эмоции сегодня сравнимы с прошлогодними? Какими самыми теплыми эмоциями и воспоминаниями вы можете поделиться с прошлой церемонии? Радость и дикий восторг от получения награды. Хорошо, спасибо. А какие пожелания вы можете какие пожелания родному университету вы можете сказать в день университета? Развитие, процветание, успехов. Спасибо большое. Мы желаем вам дальнейших успехов и новых побед. Просим прошествовать в зрительный зал под аплодисменты наших зрителей. Вот, теперь все более или менее понятно. Но не менее волнительно. Представляю, какими бурными аплодисментами зрители сейчас в зале встретят победителей главной премии университета 2021 года. Это действительно очень почетно. Это и почетно, и очень ответственно. Ведь важно не уронить планку. Громче, громче аплодисменты! Занимайте, уважаемые лауреаты, свои места в зале. Сегодня вы почетные зрители. Но не все станут зрителями. Многие из участников сегодняшней церемонии прямо с ковровой дорожки убегут за кулисы, чтобы подарить родному университету свои таланты. Буквально через несколько минут начнется самое волнующее действие праздничного дня. В 10 номинациях наш университет определит лучших из лучших! А нам не терпится, наконец, поближе познакомиться с новыми героями университетской премии. Кто же они? Кто? Претенденты на звание лучших из лучших 2022 года. Сейчас мы с ними и познакомимся. Поехали! Встречаем представителей номинации «Руководитель года». Номинантов на звание «Специалист года». Мы готовы!
Добрый день, уважаемые номинанты! С каким настроением вы встречаете День университета? Крайне позитивным. А вы с каким? Здравствуйте. Скажите, что для вас университет в вашей жизни? Университет – это больше, чем просто работа. Это практически семья и вся жизнь. А для вас что такое университет? Возможности. Спасибо. Скажите, кто поддерживает вас на пути к успеху? Мои коллеги и семья. А вас кто поддерживает? Семья тоже, и коллеги, и любимые студенты. Как же без них? Скажите, вы сегодня подводите итоги или строите новые планы? Ну, скорее, небольшие итоги и планы на будущее однозначно будут. Замечательно. Спасибо большое, что уделили нам немного внимания. И все самые громкие аплодисменты провожают вас в дальнейшем шествии. И такие же овации вас встретят в зрительном зале. И вот нам подсказывают, что зрительный зал уже встречает наших первых номинантов. Не знаю, как вам, дорогие друзья, но здесь, на красной дорожке, чувствуется невероятное волнение наших героев. Поэтому поддержите их в зале самыми горячими аплодисментами! Зрители овациями поддерживают наших героев, а мы готовы встречать следующих номинантов. Сейчас по красной дорожке пройдут те, кто по праву считается источником знаний для всех студентов. Не зря именно так называется университетская премия. Лучшие преподаватели и молодые ученые нашего университета! Пожалуйста, несколько слов для нашего прямого эфира. Когда вы поняли, что преподавание – это не профессия, а призвание? Ну, дело в том, что, наверное, это понимаешь в течение всей своей профессиональной деятельности. Спасибо. Наверняка у вас есть свой секрет успеха у студентов. Пожалуйста, поделитесь им. Надо студентов спросить про вас. Ну, а вообще, наверное, нужно вкладывать все свои силы, любить свою работу. Замечательно. А ваш секрет успеха? Необходимо работать над собой и быть примером для всех. Замечательно, спасибо. Ваши пожелания сегодня своим коллегам? Хорошей погоды. А ваши какие? Здоровья, терпения и любви к студентам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что для вас важнее, наука или преподавание? Спасибо. Спасибо большое за ваши ответы, а мы вас приглашаем пройти в зрительный зал. А провожают вас самые главные ваши болельщики – студенты! Глядя на наших номинантов, мы уверены, нам действительно есть на кого равняться, у кого перенимать самые передовые знания. Зрители держат наготове ладони и бурными аплодисментами встречают лучших преподавателей и ученых нашего университета. Принимайте поздравления и аплодисменты в честь нашего общего праздника, дорогие номинанты, и проходите в зрительный зал. День университета набирает обороты. Череда праздничных мероприятий и событий расписана на несколько дней буквально по минутам.
и завтра они буквально выплеснутся на улице Новополоцка. Ждем всех на площадке возле главного корпуса. Вы увидите, как студенты умеют зажигать в честь дня любимого университета. Но не все студенты умеют только веселиться. Они многое успевают. Отлично учатся, занимаются наукой, спортом, творчеством, участвуют, волонтерствуют. И те, у кого это получалось лучше всего, представлены в следующей номинации. Встречаем представителей студенческих групп образца 2022 года и номинантов на звание «Студент года». Девочки, что дало вам участие в конкурсе лучших студенческих групп? Участие в конкурсе дало нам возможность понять и дать толчок, что все, что мы делали не зря. Спасибо 19СК, живу красиво, ПГУ, спасибо. Замечательно. Таник, в прошлом году с микрофоном в руке ты задавал вопрос номинантам. Настоящий студент года, какой он? Что ты сегодня сам на него ответишь? Помогу тебе. Настоящий студент года, я считаю, в первую очередь он настоящий. Также за этот год, который прошел, я хочу сказать, что студент года, это тот человек, который умеет общаться с людьми. В первую очередь он коммуникабельный, уверенный в себе. Я считаю, что он прирожденный лидер, за которым должны пойти люди. Вот, это главные качества. Спасибо. Паша, ты сегодня не только в номинации, но и ведущий торжественной церемонии. Волнение удваивается? Ну какие волнения могут быть, выступая в родном университете на любимой сцене, да еще и рядом с моими друзьями? Оля, какую следующую вершину для покорения ты рассматриваешь? А давайте оставим эту интригу, об этом вы узнаете уже в следующем году. Спасибо. Архип, какие слова в первую очередь приходят на ум с названием родного университета? Ой, ну я тут 2 часа сейчас могу говорить на самом деле. Ну, первое, как бы это смазливо ни звучало, это моя группа и моя кафедра. Это те самые ребята и преподаватели, с кем я разделил самое первое свои впечатления. Второе слово – это возможность. Возможность, причем в любом спектре жизни. Это возможность найти новое хобби, возможность открыть себя в этом чудесном университете, обожаю. Вот. И возможность найти новых друзей. Ну и третье, это мой любимый строительный студенческий отряд «Ритм», на самом деле. Спасибо большое, а мы приглашаем вас пройти в зрительный зал под аплодисменты нашей замечательной группы поддержки. Спасибо! Я уверен, что у каждого студента есть огромное желание стать студентом года, даже если он об этом не громко заявляет. Ну что ж, если к желанию будет приложен максимум усилий, то у любого из нас это точно получится. А тем временем лучших представителей студенчества нашего университета уже приветствуют в зале. Дорогие зрители, аплодируйте так, чтобы мы здесь, в фойе, вас услышали. Наш университет славится самыми яркими талантами и спортивными достижениями. А еще студенты и преподаватели создают события, прославляющие родной вуз в стране и за ее пределами. Номинанты, которые готовятся ступить на красную дорожку, с честью вписывают свои успехи и победы в летопись университета. И мы приглашаем к нам на съемочную площадку представителей самых креативных, спортивных и творческих номинаций.
Встречаем представителей самой многочисленной номинации «Талант года». В номинации «Спортсмен года» не все участники сегодня могут. Но в зале есть их представители, которые обязательно передадут им пожелания успешных стартов и победных финишей. Встречаем руководителей проектов, номинированных в «Событие года». Событие года, пожалуйста. Анна, на ваш взгляд, какое событие самое значимое для университета? Попадание в номинацию для вас было ожидаемым результатом? Да, я много трудился. Спасибо. Ваше творчество уже замечено на республиканском и международном уровне. Как ваше настроение сегодня? Замечательное настроение. Будем покорять новые вершины, развиваться дальше, выходить на международный уровень. А какое самое главное глобальное достижение вы намечены, собственно говоря, в своей будущей деятельности достичь? Я думаю, стройки никогда не закончатся. Мы покорим чем лучше. Вы все нас знали. Замечательно. Мы тоже чувствуем себя номинантами сегодня. Как правило, любой праздник в университете для вас и для нас работа. Не обидно иногда бывает? Нет, вы знаете, не обидно, потому что то, что мы отдаем, потом к нам возвращается бумерангом. Даже иногда в 1000 крат. Скажите, что более волнительно, быть на сцене или сегодня стоять здесь вместе с нами? Спасибо. Спасибо большое. Мы приглашаем всех вас пройти в зрительный зал. И аплодисменты по-прежнему не смолкают. Уверена, просто сногсшибательные овации сейчас срывают в зале наши номинанты. Именно этим участникам не привыкать к такому горячему примеру. Но, дорогие номинанты, оставьте немного аплодисментов своим коллегам по творческому цеху. Впереди концерт. Празднование Дня университета дает возможности подвести некоторые итоги работы и определиться с планами на будущее. Еще пара минут, и зазвучат торжественные фанфары. Наш университет – это прежде всего люди. Все те, кто приумножают свои знания, творчество, успехи в его честь. Лучшие из лучших станут сегодня героями года. А мы желаем всем удачи и передаем слово ведущим главной церемонии праздника. И да, встречаемся завтра на площадке возле главного корпуса. Всем удачи!